Здравствуйте, я нахожусь в парке Волхонка, на том самом месте, где зимой мы с вами праздновали Масленицу, катались на коньках и весело проводили время. К сожалению, стихия не пощадила этот замечательный парк, и вот во что он превратился. Давайте вспомним, как красиво здесь было зимой. А вот что здесь сейчас. Мы сейчас находимся на месте, которое центр давно, уже больше 3 лет, благоустраивал, приводил в порядок. И, как говорится в мультфильме, мы строили-строили, вот прилетел ураган, и то, что произошло, вы все видите. Очень сильно пострадала площадка, где был расположен зимний городок, покатушки на заброшках. У нас оборваны все линии электропередач, попадали старые сосны. В принципе, это был участок достаточно такой неблагополучный, уже мы его вычищали после пожара 2010 года. Но вот те деревья, которые сохранились после пожара, к сожалению, они не пережили этот ураган. А дорога на Торбеево теперь загораживает не только шлагбаум, но и множество упавших деревьев. И действительно здесь очень много. И, к сожалению, они все живые, потому что сухие стоят себе преспокойненько. К сожалению, ветер безжалостно вырвал с корнем абсолютно здоровые, не сухие деревья. Доказательство тому – вот эта огромная ель с большой кроной, с молодыми побегами. Я смотрю на них, у меня сердце кровью обливается. До того, как это место стало буквально кладбищем деревьев, здесь очень активно возрождался дендрарий. Очень много посадок было уже сделано, грядки подготовлены, и, к сожалению, теперь они завалены деревьями. А представляете, каково сейчас обитателям леса? Белкам, птицам, грызунам. Их дом фактически разрушен. Наш питомник, который мы в течение нескольких лет собирали саженцы для того, чтобы дальше восстанавливать дендрарий, вот, к сожалению, практически полностью попал под падающие деревья. Ведется серьезная работа по восстановлению дендрария. Разнообразные саженцы приживались и адаптировались как раз на этой территории. К счастью, стихия почти не затронула сад Победы, сад молодых яблонь, который заботливо высаживали ветераны, сотрудники полиции, сотрудники администрации, жители и молодежь. Приятно, что наши яблони в этом году цвели, и мы надеемся уже даже на первый урожай, хоть маленький, но хоть какой-то. Вот, и я думаю, что вместе дружно мы этот участок восстановим. Руки опускать мы не будем, потому что, к сожалению, стихия – это стихия, а люди – это люди. Мы должны обязательно ее побороть. Дорогие жители Ногинска и Ногинского района, если вам не безразлична судьба Волхонки, если вам интересен этот участок нашего города как парк, как лесопарковая зона, то, пожалуйста, обращайтесь к нам в центр, мы будем собирать бригады волонтеров для расчистки леса и для дальнейшего благоустройства. Я думаю, что вместе у нас все получится.